моему другу Дмитрию Черникову. Опустела твоя квартира, рассосался к утру народ, на столе с пережаркой жира недоеденный бутерброд. Может, кто-то б сказал тоскливо, нам же это все на ура. Слушай, Димка, пошли за пивом, время завтракать, 6 утра. На рассвете столетия оного без прописок и паспортов, на бордюре в районе Конного хайрами шугать ментов. Каждый выбрал свою заботу, каждый путь выбирает свой. Пролетарий на работу, а богема к себе домой. И при чем здесь, что нету стажа? И при чем здесь который час? Быть собою совсем не лажа. Лажа в том, чтоб не верить в нас. Ведь у нас же другие цели. Впрочем, цель не всегда видна. Вы прилизанных рож хотели от поэтов. Да ни хрена. Мы без денег, а кто Рокфеллер? Мы бутылки сдаем, а вы? 100 пудов Губерман и Веллер с нами пили б до синевы. На втором ли, на пятом круге вечно верить, любить, писать. А пока что друзья-подруги нас пытаются причесать. Умножая легенды, сплетни, независимо день ли, ночь. Орды девочек 20-летних нам с тобою хотят помочь. То посуду всю перемоют, то избавят от паутин. Да оставьте вы нас в покое, мы ж совсем не того хотим. Мы в костюмах умрем от скуки, нам уют воротит нутро. Нам без разницы в стрелку ль брюки, нам не надо борща ведро. В нас поэзия Эпикура и атлантовский монолит. Если петь, то ревела буря, если женщина, то Лилит. И при чем здесь вообще сонеты, если в мире покоя нет? Ни стихами сильны поэты, а умением любить рассвет нежно, искренне и красиво, а не так, как народ вождей. Слушай, Димка, пошли за пивом. Время завтракать. Новый день.